Цивилизация, зародившаяся в 4-м тысячелетии до нашей эры, вблизи плодородной равнины между рек Тигр и Евфрат, сменила множество имен и обликов, религий, этносов и флагов. Эта земля знала римский протекторат и влияние Египта, видела арабских завоевателей и крестовые походы, столкнулась с глобальными войнами и локальными конфликтами. Но впервые за все тысячелетия ей приходится противостоять масштабному террору. Боевая группа пробиралась по пустыне с оружием в руках, но с надеждами пустыми, что скоро все закончится в этой бедной стране. Настанет мир спокойствия, придет конец войне. Но Сирия в огне, горит не угаса, и день за днем наши бойцы народ республики спасают. Из них воюют каждый за свободу граждан, а Запад из-за зелени бумажной нефтяных скважин. Отец в командировке возвратится, сыну расскажет, как штаты не жалеют никого, ни своих, ни наших, а в американских репортажах будут твердить безумолку, что виновата Раша. Информационная война, и тут тебе решать, кому ты будешь подражать и кого поражать. Скалят зубы шакалы, а мы заставим их бежать. С авиаударов начнем, закончим на ножах. Реальность такова, идет война на самом деле. Исламские боевики вовсю несут потери. Спецназ работает по целям, замысел ясный. Истребление носителей сирийской язвы. Реальность такова, идет война на самом деле. Исламские боевики вовсю несут потери. Спецназ работает по целям, замысел ясный. Истребление носителей сирийской язвы. Улыбкам на лицах людей не верь, тут это мираж. А вот российский триколор, это наши бойцы на страже. Правопорядка и отсутствие насилия воюют с эпидемией, что поглотила Сирию. Воины Аллаха, иносказатели Корана, любители неверных убивать за гонорары, устраивать хаос и беззаконие. Кровопролитие не обойдется без агонии. Мы разнесем их в щепки, за нами правда. И там, где пули не достанут, припасены гранаты. Боевое братство, вера во Всевышнего и крепость духа явно не будут лишними, как на любой войне. Здесь хороши все средства, но с этой нечистью, огнем и мечом, как известно, эффективнее всего. Так мы воспользуемся именно этим, и вы за все ответите. Реальность такова, идет война на самом деле. Исламские боевики вовсю несут потери. Спецназ работает по целям, замысел ясный. Истребление носителей сирийской язвы. Реальность такова, идет война на самом деле. Исламские боевики вовсю несут потери. Спецназ работает по целям, замысел ясный. Истребление носителей сирийской язвы. Сирия – колыбель цивилизации. Каждый, кто заинтересован в человеческом наследии, должен рассматривать Сирию как вторую родину. Исламские боевики вовсю несут потери. Я надеюсь, что все те, у кого развиты человеческие качества, придут Сирии на помощь. Спецназ работает по целям, замысел ясный. Истребление носителей сирийской язвы. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руке гранату и готов был взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они все настоящие мужики, храбрые как львы.